Всем привет! Меня зовут Алиса, и вы, наверное, мои подписчики и те, кто меня или кто смотрит это видео, вы, наверное, уже дожидались такого видео о Monster High. Я его делала, и это видео о Monster High уже давным-давно не делала, так что sorry, please. Вы, наверное, как некоторые подписчики, даже некоторые, да, залазят ко мне на страничку в YouTube и мои видео и смотрят, появилось ли у меня новое видео. Если появилось, не кликают на эту страничку и видят, что Monster High опять нету. И поэтому они разочаровываются и отписываются от моего канала. Некоторые даже подписаны на меня только из-за Monster High. А некоторые просто потому что они мои фанаты. Да. Да. И кстати, и это видео долгожданное Monster High. И твое, наверное, желание сбылось. Наверное, ты загадал желание. Да. Итак, о чем же мы сегодня с вами поговорим? Мы с вами поговорим о разных героях. Каждое видео теперь я буду говорить с вами о разных героях, о моих мнениях. И буду, конечно, спрашивать ваше мнение о таком, о герое, о котором пойдет речь в видео. И сейчас мы с вами поговорим о Дракулауре. Это моя самая ненавистливая монстряшка. Ну, то есть, вообще, ненавистливый монстр, который из Monster High. Я вообще не понимаю, как можно любить столько розового. И сейчас будет пародия на Дракулауру. Смотрим. Покупаю. Господи, я не могу на это смотреть. Покупаю. Так, что же мне еще купить? Блокнотик с сердечком. Покупаю. Что же мне еще купить? Да-да. Так что мое мнение о Дракулауре, она немножко ту-ту-ту. И пожалуйста, не пиши мне в комментариях. Ты что, дыра, тебе не нравится Дракулаура? Она самая крутая. У каждого есть свое мнение, и я его выделила. Это же типа моего видео Monster High. Да. А теперь напиши ты. И теперь напиши мне внизу в комментариях, какое твое мнение о Дракулауре. А также ставь пальчик вверх, подписывайся, пиши комментарий вниз и добавляй мое видео в избранные, чтобы собрать всю коллекцию и узнать, и ответить на каждую из них. Пока-пока!